Сергей Васильевич, как вам отдыхается? Да? Мы только заехали, а уже устали. Да? ТНТ идет. Нет, не ТНТ, какой-то канал. Это одна из комнат. Вот домика двухэтажного коттеджа. Зал, да. Сервантик такой. Еще один диванчик. Красота. А? Что вы делаете, Сергей Васильевич? Рак аппетит. Очень рак, ребят. Что-то ни одного нету. Какая красота вообще. Первый раз буду смотреть. Здесь комары летают. Нашли? Не так быстро? Сереж закинул? Ну тут сбоку, к пирсу. Вот под рукой прям почти. Достанешь? Закинули руколовку. Ждем завтрашнего дня. Луна спряталась. На свет горит. Ловим рака. Держи его. Красота. Вы пионеры. Ну, взял и все. На. На, держи. За панцирь вот. Держи за панцирь. Вот видишь, я взял. Там дальше идет деревня. Ребята ловят раков. Вторая там на воде осталась. И все завязываем нахуй. Что-то как-то не будет мотать. Рычки. Ну прям кишат. Три ветки. Не знаю. Сейчас будем опять. Обе спешки фоткать. Они красиво. Ну а что, нормально смотрится. Ребят, мы пришли опять к воде. Сережа сейчас мордушку еще посмотрит. Раколовку. Не пойду на пирс.
Это человек, который боится воды. Там дальше идет у нас поселок, светится. Чтобы вы понимали, время у нас. Что такое, Сережа? Что-то я не понял. Яхта вывалилась. Да, вывалился. Тут и рыба есть. И раки крупные. Ну и куда ты их теперь денешь? Мы ничего не взяли с собой. Мы пришли просто посмотреть. Потому что зонтик закрыли. Нет. Ну а как она бы сложилась? Ей просто пиздец. Фотографируй. Рыба. Пусти ее. Отпусти. Пусть плывет. Иди поплывай. Уплыла. А раку, смотри сколько. Мы еще тебя не съели. Ты что, здесь будешь? Я за ведром схожу. Так, Сереж, а что с ней делать? Там еще рыба вон она. А это нет, нога, нет. Нога. Что, сейчас воду наберем, поставим, завтра заберем с собой. Может, пусть они тут плавают? Так я это... Дальше? Запарюсь их это, вытаскивать. Так ты... Она, смотри. Еще и нога. Клешню держит. Она складывается. Тут опять пол ведра. Куда мы их девать будем? Сергей Васильевич, куда мы будем девать? Сережа побежал за ведром. Слышите, шумят раки. Барахтаются. Ветерочек поднялся, небольшой, волна пошла потихоньку. Мы когда приехали, тоже волна была. Ребята, какой-то кайф. Шум воды. Обалдеть. Просто обалдеть. Небо затянуло, что-то все как-то. Вот так вот. Просто шикарно. Это я вам показываю ночную съемочку. Там вот дальше, видите, светится домик. Это наш коттедж двухэтажный. Тоже днем покажу. Вышечка тут же стоит. Здесь везде гравий вот такой. Ну как гравий, камушки речные. И в воде камни такие же. Дальше песочек. Думаешь, они выпадут? Ну, он упадывает. Тебе помочь? Блин, обалдеть. Давай я буду Веру держать. Кому скажи, время 3:30, мы раком. Мы раками тут занимаемся на озере. Сука. Ой, Сережа. Извиняюсь. Один он встал поперек. Я тебя что держу? Не пускает всех остальных. Все, ребят, мы, короче, вытаскиваем их. Смотрите. Вон. Смотрите, какой красавчик. Щетки маленький. Здешние такие большой, маленький. Угу. Ну, покажи как? Его. Покажи, что они там. Вон дерутся. Вот, да, смотри. Покажи. Смотри, тоже. Во! О, какой. Опустить на вот сюда на деревяшку пусти. А он свалит. Ну просто пусти. Смотри, какой. Вообще хороший. Ага. Четкий рак. Сейчас. О. Крупненький, смотри, ребята. Ты, господи, да ты ж маленький. Отпускай иди. Его, пусть. Задости. Пусть убежит. Бежит. Подчапал. Грибанет так, что хрен догонишь. Ну. Он уже крупненько, правда, там водичка. Ну, тоже. А что ты его туда пустил? Не знаю. Вот мелкого сейчас этого пустил. Ну-ка, покажи. Вот тоже небольшой. Ну, тоже маленький. Ну, пусть живет. Вперед. Убежал. Ну-ка, посмотри, убежал? Конечно, а здесь мутно, что-то поднялась вода. Да, волна прошла. Поднялась. Угу.
Так тепло на улице, хорошо. Ну, так свежо, конечно. Да, ты еще. О, ты господи. Фонариком посветины, да. Все, пошел ко дну. Ну, плохо, Маш? Нет, ему хорошо. Он дома. Да бери их горсточками. Ага. Горсточками. Сыкотно. Нет, их горсточками не вытащишь. Вот еще мелкий. Ну, маленький, отпускай, пусть плывут. Ну, не кидай. Жалко же. Да ну, жалко. Ну, как жалко же. Тут не, ну, здесь кто-нибудь видео скажет, ой, да это мелочь пузатая, конечно, угу, мелко. Но здесь такая, такой рак, так, такие раки водятся. Здесь таких и продают. Да, здесь и продают такие. А никто не знает, не спрашивал, сколько ведро стоит. И не знаю. Говорят, дорого. Дорого? Стоило. В этом случае что-то китайская сеть, снасть какая-то. Одноразовая. Ну. Тебе надо с этой стороны доставать. Они в этом углу все. Поверни. Вот так. Сергей Васильевич стал на колени перед раками. На лбу фонарик, в лбу звезда. О, мелкий. Не пускай. И... ну не кидай. Ну как нет? Тоже мелкий. Что выложили в мордушку в эту раколовку? Окорочков положили и шашлыка. Маринованные в уксусе, да? Нет, этот окорочка не маринованные. Не маринованные? Ну, не в уксусе. Маринованные. Больше не попадайтесь, а то заберу в следующий раз. Отдай мне сетку мою. Зацепился. Фраер. Ну она ничего там чудят. Отдай. Масенький. Нет, нормально, нормально? Средний. Угу. Блядь, сколько это еще тут. А что за камни тут у вас? Где это не камни, это шашлык. А, это шашлык. Я правда в носочках. Ну, заднюю скорость врубил прям в сетки. Ветерочек прям поднимается. Ну, не было ветра. Вот ага, мы ходили, когда раков ловить первый раз. Угу. Руками, которых ловили. Кому интересен этот процесс? Ладно, буду снимать. Да хватит уже, что ты? Да ладно. Интересно, сам же будешь смотреть. В коем веке. Коловка работает, значит. Ну да. Когда есть раки. Сегодня, кстати, мужчина там, а я смотрю, бутылки плавают пластиковые, привязанные. Я думала, утром пришла, но в обед мы заехали, 12. Я пришла, волна, правда, сильная была. Бутылки, я думаю, ну так, недалеко от берега. Я думаю, ну, типа буйков, я думаю, это... ну блин, так близко буйки. Но они не могут так близко быть, буйки. Так, блин, думаю, нигде нету больше. О, за ляжку зацепился. Или это драк. А это, потом мужчина пришел. И он тоже, что он говорил, Сереж? Ну, тоже это он. Он правда, уже он не первый раз он стал. Ну. Да, у него три раколовки было, и как бы он тоже хорошо там собрал. Он, по-моему, меньше взял, чем мы с трех. Вон, с трех меньше взял, чем нет, за раз, ну... чем мы с одной. Ну, закидываем. Неправильно. Она собираться стала. Что-то где-то сломалось. Закидываем раколовку. А, вот согнулось что-то. Прутики согнулись китайские. Ну что поделать? Ты аккуратно опусти, не надо, наверное, кидать. Она, походу, одноразовая, ребята. Мясо сильно тяжелое. Ну, может быть. Зонтик пошел. Пошел. Тут, наверное, глубоко, да? Наверное. Я думаю, что да. Что, пойдем? Посвети фонариком. Не видно? Утонуло. Ну, а вода мутная пошла. Ну, волна пошла, и пойдем, вода мутная солнце. Пошла. Ну-ка, покажи, что там. Вон они, красавцы. О! Угу. Пойдем. Это мы уже сварили пол ведра раков. Что, Сергей Васильевич, раков смотришь? Воды хочешь набрать? Мы берем водички, поставим, потому что как-то это... А смотри, не видно, чтобы здесь лазили. Нет. Потому что еще утром подъедут. Ну, утром это увидим. У людей хозяйство управляются. Если это как, раколовка будет еще сталая. Усталая. Вот шум воды, я вообще прям... Кайфую.
может, на балконе? Здесь на этом остановке. Да, верандочка остановка. Ну все, ребят, мы идем домой. Покажи вот будку вот эту. Это не будка, это вышка. Ну, это вышка. Я уже показала. Вышка, природа, береза. Охранников. Пока он спустится, там человек без трассы успеет утонуть. Да что он тут за березами-то не увидит? Ну, во-первых, не увидит, да. А спуститься. Табличка. Лестница. Ну не свети, все теряется, не свети. По избежанию несчастных случаев не лезьте в воду. Надо было написать. Прыгать. Короче. Читать, не перечитать. У нас, короче, здесь этот камень галимый. А там тоже камень на той стороне. Ну, вот он для этого. Мы сейчас завтра на корабль сходим. Но это все будет завтра. Вон домик. Домик. Под сосной. Под сосной. А вон наш все, домик. От воды ушли, такая тишина. Слушайте, тихо, тихо, тихо. Раки только в ведре шумят. Сверчки сверчат. И раки шебуршат. Сверчки гуляют. Роса. Это дождь прошел. Нет, роса была, дождь, мы уже прошел. Ходили. Да иди ты. Такая роса. Роса, да, роса. Стекло. А еще тут есть волчьи ягоды, которые кушать ни в коем случае нельзя. Не, можно. Один ну, раз. Потом да. Один раз и все. Наверное, вкусные даже. Не, а тут все раз. Идет сосновый бор, береза. Качка. А вон свет, видишь? А, ну там-то, да, я видел. Просто прям какой-то, как он. Винтовка парки. Ага. Вон, посмотрите наверх. Вон они какие невесты стоят большие. Вот это вот, Сереж. Вот это. Ага. Красота. Красота. Ну, что-то они какие-то... Надо пообниматься с деревьями, кстати. С березой надо обниматься. С березой, с сосной. Она это придает сил. Это реально, ребята, работает. Такой вот у нас домик. На первом этаже светится, на втором все спят. Ты, мы, Сережа, выспались полуночники, блин. Где выспались, я спать пойдем. Мы заборовы, раковые. Вот даже вишня есть здесь. Где? Вот он, вишня.